Всем привет! Вы на канале ProTuning Company. Мы вновь вернулись на наш открывающийся филиал, чтобы сравнить прошлый выпуск и что сейчас уже произошло за период стройки. Также в этом выпуске мы поделимся с вами крутой новостью, которая порадует всех автолюбителей UFO. Но об этом по порядку. Ставьте лайк и будем заходить вовнутрь. Ну что, ребят, мы находимся внутри, есть что рассказать. Когда мы только с вами зашли в это здание, здесь была такая причистовая отделка уже с небольшими доработками. И нам пришлось кардинально все изменить и доработать под свою стилистику и подстроить каждый квадратный метр под продуктивность нашего детейлинг-центра. Начнем по порядку. Первое, что произошло, и прораб сразу сказал, для того, чтобы была детейлинг-мойка, необходим по технологии отдельный септик, который не должен уходить в центральную канализацию. Посмотрев вокруг территорию, мы не обнаружили, как можно сейчас его провести, чтобы это было менее затратно и по времени, и по деньгам. Соответственно, приняли решение прямо посередине центрального въезда бокса изготовить септик. Производство происходит очень сложное, объясню почему. Техника сюда зайти не может, и мы не можем какими-то маленькими экскаваторами все вырыть. Поэтому люди вручную все это дело полностью вытаскивают, вывозят на специальной технике. Сейчас будет кладка, септик по технологии с дренажом. Все как необходимо будет сделано. Далее у нас, так как это детейлинг, должно быть очень много света, и должен быть свет крутым, красивым, чтобы радовался глаз не только у мастера, но и у наших уважаемых клиентов. Мы изготовили специальный красивый круг, его называют ангел, он с подсветкой, и плюс функционал перхера, он, шланг не идет по полу, не задевает машину, спокойно передвигается вокруг оси автомобиля. Сейчас происходит как раз монтажные работы, работают электрики, проделано очень много интересных работ по электронике, именно световому решению. Наши ребята, профессионалы в своем деле, и делают это все настолько четко, понимают, сколько понадобится света, как по объему помещения, так и по дизайну, который мы им по техзаданию предоставили. Вы уже видите две световые арки. Если вы посмотрите, в прошлом выпуске были реально стены, то есть вот эти стены мы полностью сломали, вывезли весь строительный мусор и возвели здесь внутри уже красивые арки. Арки идут с двух сторон, то есть две стены. Для чего мы это сделали? Мы расширили пространство и добавили еще два машинозаезда, что для экономики и для непосредственно уже квадратуры производства увеличивает выручку нашего тюнинг-ателье. Если посчитать, примерно у нас здесь встает один пост, второй, третий, четвертый, 5-6 автомобилей одновременно мы можем здесь теперь обслуживать. Проводим всю электрику, выяснилось, что минус заходил земля только в центральный счетчик, пришлось опять переделывать всю электрику, чтобы заводить землю в каждую розетку и в каждый светильник, что тоже увеличивает сроки. Пришла плитка, мы заказали такую же плитку, как и на нашем основном детейлинг-центре, автоцентре ProTuning. Будет такая же красно-черная плитка, выглядит она просто бомбически. Если там у нас только один бокс сделан, то здесь будет уложен весь полностью производственный, вся полностью производственная площадь в черно-красном стиле, что будет смотреться просто классно. По практике мы уже эксплуатируем более полугода, нам очень нравится, как она ведет себя, моется, ну, в общем, идеально. Здесь уже у нас идет финишная работа, в основном электрика, и заканчиваем септиком. Также уже установили пожарную сигнализацию, если вы видите полностью, и охранную сигнализацию, и видеонаблюдение всех точек, которые необходимы для просмотра в работе автомобилей, и также в офисе тоже все стоит. После этого уже будет все вымываться, вычищаться, окрашивать все стены будем в черный матовый цвет,
с водоотталкивающим эффектом будет краска идти, и будут уже ложиться пол. Я думаю, в течение еще дней 10 у нас уже это будет все готово. К концу недели у нас закончатся грязные работы, со следующей недели начнем уже покраску и выкладку плитки на пол. Идем дальше, теперь покажу вам, что произошло у нас с офисом. А в офисе у нас произошли уже грандиозные изменения. Здесь ребята сейчас занимаются чистовыми работами. Вы помните, мы заходили сюда, здесь была голая полностью бетонная со всех сторон стена и лестница. Вы помните, здесь был скос лестницы, подъем, спуск. Соответственно, мы изготовили полностью стену из гипсокартона. Стена, визуально мы сделали небольшие ступеньки, чтобы технически и там вход в тамбур был тоже комфортный. И пришлось перенести нам и обогреватель, батарею необходимо было перенести. Полностью подготовили розетки как с этой стороны, со стороны, где будет находиться у нас менеджер с клиентом, здесь будет клиентская зона. А также подготовили розетки необходимые и подготовили стену уже полностью к покраске. Тоже будет краситься все в черный цвет красивый. Плитка уже постелена, вы видите, на полу уже застелили специальными защитными пленками, чтобы не навредить плитке. Серая плитка, смотрится очень круто. Ну вот здесь мы можем с вами увидеть цвет плитки. По стилю смотрится шикарно. Потолок у нас будет натяжной, скорее всего, белый глянец. Мы сейчас подбираем еще материалы, которыми мы будем делать. И самое главное, что мы хотели вам рассказать. Пока была стройка, к нам приезжали представители Brabus Россия, brabus.ru, компания А1, которые являются официальными дилерами во всей России данного продукта. Мы с ними работаем уже очень давно. И у нас подписался контракт на UFO стать дилерами Brabus. И данное помещение, данный филиал мы также обозначаем как Brabus в Южном федеральном округе. Для этого мы закупаем себе в шоу-рум ассортимент шикарнейший Brabus, где будет изготавливаться по стилистике Brabus. Мы брали макеты у наших немецких коллег, и также в Москве будет стенка полностью выполнена в стиле Brabus, где будут красивейшие диски, плазменный телевизор с рекламными роликами, стеклянные витрины, образцы кожи, образцы различных материалов и деталей Brabus. Поэтому отличная новость как для нашей команды, так и для наших уважаемых клиентов в Южном федеральном округе. Будем всех приглашать и ждать здесь, в Краснодаре. Тюнинг-центр Brabus будет открыт в ближайшее время. Обозначим чуть позже дату открытия. По второму этажу мы пока приостановили работы. Нам главное запустить сейчас основной этаж, пошивной цех. Плавно строители перейдут на второй этаж. Мы его оградили, сделали независимым, чтобы был отдельный вход. Там тоже есть отдельно и туалет, раковина, там все для коммуникации наших, уже нашей непосредственно мастеров нашей команды, чтобы они комфортно проводили рабочие будни у себя наверху. В следующем выпуске уже, может быть, что-то и покажем по поводу верхнего этажа. Так, ну что, а мы позадаем вопросы. Это Яник Петриди, наш прораб, который как раз реализовывает нашу идею в жизнь. Яник, расскажи, какие этапы? В принципе, я вижу, все по плану идет, есть какие-то изменения. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что у нас, как, на каком этапе сейчас? Ну, как бы у нас все по плану идет. Успеваем, все, офис у нас уже к завершению идет. Малярные работы уже закончены. Сейчас приступаем уже к поклейке обоев, краске стен, кафель у нас, плитка, везде все готово. Плитку мы выбрали серого цвета. Сейчас вот как раз Яник принес нам образцы. Подбираем
какие будут стены. Мы решили стены сделать здесь черные, такие бархатистые немножко, чтобы были более мягко смотрелось в офисе. Обои, ну, здесь обои не идут, мы решили просто покрасить все полностью. А потолок сделать белого цвета, ну, чтобы был будет белый контраст. И здесь будет также у нас сделана специальная стенка под продукцию Brabus, тоже в белом стиле. Вот таким образом делаем. А черную покажи еще, мы выбрали именно в сам сервис. Краска будет черная матовая, немножко такая грубоватая, чтобы для производства она будет в самый раз. И с водоотталкивающей, да, эффект будет у нее. Да, вот он. Угу. То есть черный мат у нас будет. Да, матовая, да. Отлично. В чем задержка будет? Примерно какие сроки, что у нас? Ну, задержка у нас там неделька получается из-за того, что септик мы вручную копали. Это где мойка? Да, где мойка, да. Потому что как бы напрямую нельзя в канализацию все сводить. И пришлось септик копать, его копали вручную. Из-за этого задержка. Как бы нам остается, ну, только резиновое покрытие укрыть. Уже материал пришел. Материал, да, пришел, да, вот на днях, как бы все нормально. Только вот сядет. Все отлично, следим. Потом уже будем переходить на второй этаж, как финишируем здесь. Думаю, еще пару недель, и мы уже запустим готовое помещение и будем принимать наших уважаемых гостей. И перейдем на второй этаж, где будем делать ремонт для пошивного цеха. Так как наши подписчики являются и нашими будущими инвесторами, партнерами, хочу сделать акцент и вот задам тоже Янику вопрос, как правильно коммуницировать, как правильно подходить к заказу объекта по строительству, какие этапы, вот, как ты видишь, уже у тебя опыт большой в строительстве. Ну, от заказчика что требуется? В первую очередь проект. Чтобы были понимания, где у нас что находится, чтобы в процессе потом не возник вопрос, почему здесь это не сделали, там то не сделали. То есть сами этапы работы, да? Да, сами этапы работы, да, в проекте как бы все указывается, все как бы видно. Это самое первое, самое второе, естественно, финансирование. Если все вовремя, значит, как бы и объект все вовремя сдается. Все от этого зависит. Спасибо за ваше внимание, за прошлое видео. Было очень много лайков, комментариев. Мы очень рады, что вам нравится то, что мы делаем, что мы снимаем. Задавайте нам вопросы, пишите в комментариях. Я вам подробно, может, что-то буду раскрывать еще более активно. Ну и самое главное, отличного вам дня и настроения. Подписывайтесь на нас, на наш канал. Жмите на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления, когда выходит новый выпуск. Всем отличной рабочей недели. Удачи!